Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MateBook 16s. И сейчас мы разберемся, как поменять язык клавиатуры на данном устройстве. Что ж, для начала мы переходим в... Я здесь создал текстовый документ. Мы его откроем. Видите, сейчас у меня английский установлен. Для того, чтобы поменять язык, вы можете использовать либо комбинацию клавиш на клавиатуре Shift плюс Alt. И у вас может выскочить такое, если вы никогда этим не пользовались. Настроить нажимаем. Так. Переключить язык ввода. Alt слева и Shift. Окей. Теперь можем попробовать еще раз. Shift Alt. И как видите, вот здесь уже поменялся язык. Теперь, когда мы будем печатать, мы будем уже печатать русскими буквами. Вот. Теперь есть еще один способ поменять язык клавиатуры. Вы можете воспользоваться вот этой вот иконкой. Нажимаем на нее. И как видите, здесь доступны все раскладки, которые у вас есть установлены уже. Либо также можно нажать на дополнительные настройки клавиатуры, если вам не хватает языка. После чего нужно нажать «Добавить язык». Выбираем язык, который нам нужен. Я выберу рандомно. Допустим, пускай будет арабский, который используют в Сирии. После чего просто загружаем языковой пакет. Установить. После этого переходим в языковые параметры. И нажимаем «Добавить клавиатуру». Выбираем стандартную клавиатуру, 100 или вот 102, какая вам более подходит. Вот эту можно убрать. Вот теперь у нас 102 есть. И, как видите, вот теперь здесь нам доступна клавиатура арабского языка. Мы перейдем в наш документ, попробуем что-то попечатать. Теперь я могу печатать на арабском на нашем устройстве. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!